Так, я пришел в этот город. Круто было. Ай, что случилось? На нас напали. Блин, я же хотел его посмотреть. Останови. И подожжем этот город. Вот мы приехали в Берлин захватывать его снова. Опа, опа, нормально так. Всем привет, сегодня будем смотреть постройки... Что у тебя за ник? Викил 0... О. Викилопа, да, нормально так. Викилопа? Ладно, давай начинать. Ну, то, что я стою, можно показывать, но типа недоделано? Ну, да. Ну, с чего ну, начнешь? Я из недоделки. Это уже тебе решать. Ну, вот, например, мини-городок я делаю. Где? Он такой маленький, ну, что его даже не видно. Нет, он еще будет. Где он? Я его не вижу. Неужели он настолько маленький? Нет. Ого, мини-городок. Он недоделанный, да? Ну, пока нет. А зачем строим? Один хотел как на конкурс. А, ясно. А ты его мне недоделанный покажешь. А как ну, стать... пока. Ну, ты, блин, гигант, конечно. Ничего меньше не... В общем, если даже самым маленьким стать, тут два этажа будет. Вот это я, конечно... Просто два этажа. Ладно, так, это мини-город. Тут есть светофор. Да. Ого, это что такое? Новое изобретение какое-то. Это ого, парень. Мини-автобус красивый, машинка тоже прикольная. Я такой гигант разгуливаю по городу. Ого, вот это здание очень красивое. Я с Google карт делаю. Да? Да. А это где-нибудь будет центральное город, здание, в котором все будет? Центральное здание? Ну, не знаю, такого у нас нет. Ого. А что за Google карту мне потом скинешь? Я тоже город строю просто. Я тоже ну, хочу себе. Я просто Google карту свой город строю. А, ясно. Так, тут еще какое-то здание. Это ого, что? А это что, море что ли? Ой, я кажется куда-то не а это речка. Тут река такая. Я под землю упал сейчас. А это речка. Что-то похоже на море. С чего оно? Ну, она большая. Там второй ну, прям берег. Очень маленький город. Тут, а, я размером с двухэтажный дом. Так, сейчас будет разгуливать тут гигант. Сейчас. Так, я пришел в этот город. Ну, тут много зданий, но он пока еще не доделан. Даже все кругой немного. Смотри, кому машинкой помогли друг сделать. А я могу такой как гигант смотреть. Где машинка? А, вон там автобус. Стоянка есть. Сейчас еще меньше стану. Ну такой город, ладно, еще не доделанный. Ну давай. Ну давай дальше смотреть. А почему возле, ну, в речке песка нет? Ну, ладно, сейчас я начал, типа. О, круто. Передумал и основным вариантом сделал большой город. Нормальный. Пока основное здание только делал. А это что? Опять город? Нет. Ну, сейчас бы, я рассветлюсь. Может быть город. Это главное здание какого-то города? Это в Берлине. А, это Берлин. Что-то. Да. Так, сейчас я заберусь наверх. Он тоже вот мы стоит. Приехали в Берлин захватывать его снова. Так, что тут? Почти внешний готов. Ну тут это, внутри ничего нету, а вот внешний он есть. Так, берем пистолеты. Сейчас будет война за Берлин. Флага нету? Ура! Ой, что с моим флагом? Ладно, так, включи PvP режим и возьми пистолет. Все возьмите пистолеты. На Берлин, в атаку! Ура! В атаку! Нападаем! Захватываем город! Взлетаем на вершину и устанавливаем здесь свой флаг. Так, сейчас. Все, Берлин захвачен. Мы установили тут свой флаг. О, нет! Нет! На нас напали! Какой-то неизвестный сабли подбежал и все. Сейчас только я тут одного человека уберу. Так, ладно. Давай, пошли! Вперед, Берлина этого. Уже все люди прибежали к тебе. Так, давай, пошли вперед. Вот это вход, да, все-таки был? Значит, я не там флаг поставил. Ладно. Чтоб, о, там на поршнях будет механизм. Ладно. Вот вход в это здание. Мы пришли сюда. Блин, это вообще нормально. Оно а если я бы да. был бы слишком толстым, как бы я бы сюда бы зашел? Там надо с мини-конфеткой есть. Нет, ну если бы я был бы вот таким, например, то как бы я бы в это здание зашел?
я бы был бы важным человеком, который должен в него зайти. Чё, бы вход, что ли, взрывали? Можно все взрывать. Ладно, пошли. Блин, ну внутри я что-то ничего не вижу, потому что там еще ничего не сделано. Тут крыша это очень красивая. Ничего. Ого, там какая-то статуя. Ладно. Так. Ну, это так, мотив. Сейчас мы будем взрывать Берлин. Так, что это тут за двери такие, в которые я не могу пролезть? От них надо избавиться. В атаку. Ага, все, теперь даже не могу. Ладно, я могу проходить теперь. Так, ты его говоришь, красиво взрывается, да он? Да, таймер поставь, заделай, и будет само взрывать. А, я понял. Куча деталек. Так, подождите, пока не взрывайте там. Что теперь надо делать? Динамит просто ставить? Ну, да. Что-то не привязывается он. А ты поставил таймера? Да. Активировал? Нет, я не могу взорвать его. Не знаю. Ну, раз у нас не получается взорвать этот Берлин, то мы его подожжем. Вот, привязался. А, ладно. Надо нажать. Не будем сжигать его. Ого. Нормальный взрыв. Это только первый взрыв. Ничего нету все равно. А с возьмем зажигалку и подожжем этот город. Горит. А взорвется. Бетонные города не очень взрываются. Не, у меня просто динамит не привязывается. Ого, нормально. Надо все окна взорвать. Нормально мы так Берлин все-таки подорвали. Немного. Ну, короче, его можно так взрывать. Да, и замораживать. И сжигать. Ладно, давай что-нибудь другое посмотрим. То мы уничтожаем это здание. Ого, тут внутри все разрушено. Давно делал оффроуд карту. Опять карта? Что за карта? Да, оффроуд. Ну, по грязи кататься. А где? Тут один Берлин только стоит. Так, грузится карта. А что за карта-то? Сейчас, ну, оффроуд кататься на машинах. На машинах? Где машины? Ну да, машины на другом слоте. Стоп, а как мы будем кататься? Сейчас разложу ее и можно кататься. Ну или могу машину привезти сейчас. Нет, ну машин-то нету, на чем мы будем кататься? Ну тогда сейчас можно за машину. А где машину? Ну, загрузить их, взять, дюкнуть и привезти. А, давай тогда. Только если так. Давай машины. И вот как раз машины посмотрим. Блин, то тут целый кар-крашер. Тут некоторые старые, большинство старые, некрасивые. КВ-6, да, например? Есть прям те, за которые стыдно уже скоро. Как может быть стыдно? Ну вот, например, за эту, за БМП стыдно, за танчики старые. А вот за эти вот машинки не стыдно. Так, ну, можно я все посмотрю здесь? Ну да. Так, сейчас. Ну, машинок тут прям очень много. Я бы хотел бы сначала в другую игру поиграть с ними. Так, первая машинка. Это старая, но не очень. Расфиксируй. Первая машина просто машинка. На моторе. Ладно. Нет, все расфиксируй. Все, все прям. Все расфиксируй, сейчас подлагает мне. Я буду смотреть на машины и буду смотреть на танки. На интересное буду подольше смотреть. Ого, тут декор получше. Так, вот, это тут типа неплохой газ, декор. И пулемет есть. Так, колеса хотя бы поворачивают, тоже хорошо. Хотя тут кнопка F есть. Там лампочка сзади. Ну, лампочки. А зачем эта машина нужна, чтобы воевать? Ну, просто кататься делаю я. Ладно, отправим ее туда. Ой, не туда. Так, тут есть еще одна машина. Тоже машина. Тут, если честно, только машины я вижу пока что. Ну, тут очень много машин. Думаю, все не будем смотреть. Потому что их тут прям очень много. А вот это уже очень интересная штука. Ладно, не перейдем попозже. Как в КВ-6 залезть старого твоего? КВ-6, а там спереди. Не понял. Ну, тут спереди подбрасывай. Где типа люки, там можно... А, понял, 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 понял. Ты что сделал? Ты что с КВ-6 сделал? Блин, я же хотел его посмотреть. Останови. Теперь ты ему еще башню оторвал. Спасибо. Все, расфиксируй, давай мне. Стой, подожди, подожди. Я вообще гарпуны подхвачу потом. А то еще убежит куда-то. Он висит в воздухе. У него бежится башня. Нет, у меня, кажется, робок сломался. Что произошло? О-о-о-о-о. У него башни оторвались.
Ну, ты сломал КВ-6. А, все, починил все. Так, сейчас я подхвачу. Ясно. Он остановился? Эм, а где его башни? А, вон, распавнится. Блин, остановите его. Я сил сейчас плохо будет. Все, я его остановил, не переживай. Надо зовут здесь, там спереди. Так, видишь, сколько проблем из-за того, что ты неправильный стал. Что теперь делать? Ну, движет башнями и катает. Больше ничего. Он движет башнями и... И все, и больше у меня вообще не зависит. Он может ехать. Да. И вот так переворачиваться. Как... Ну ладно. Сейчас я его... Не умеет. Он бесполезный. Бесполезный КВ-6 получился. Ладно, ну хотя бы что-то. Может, Car Crusher поиграем? Ну, просто столько машин, будем их ломать. Ладно, будем ломать машины чуть-чуть попозже. Сначала надо узнать, что я буду ломать. Вот это тоже что-то такое ховерное, да, у тебя? Это что, летающее? Что-то? Это типа... Из Звездных Войнов. Оно... А, это из штука. Тут вот, в этой детали. А можешь заново загрузить? Заход. Заново загрузить можешь? Заново, окей. Да. ПВП у нас стоит, это хорошо. Сейчас возьмем еще парочку штук. Ого, машины разлагаются. Так, где твои машины? Грузятся. Долго, ладно. Так, давай тогда начнем ломать красивые машины. Сейчас. Красивые это новые грузовички, больше ничего вроде нет такого. Так, расфиксируй, я хочу этот корабль Звездных Войнов посмотреть. Тут очень много разных, различных машин и танков. И поэтому я хочу провести над всеми ими эксперименты. Ну, то есть Car Crusher поиграть. Ну, типа такая игра, ломай машины, пробуй всем. Ну, я знаю, едет. Тут какой-то человек собирается нас обстрелять. Ко мне подходит. Отходи, отходи. Уходи, уходи. Так, ладно, давай. А как в это залезть-то? Верхняя деталь. Верхняя? Сейчас покажу. Где? Вот это вот деталь. Вот, 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 вот это. Вот, все, я нашел куда залезать. Благодаря тебе. О, нет. Башня. Ю. Что-то не повредилось, нет. Если честно. Ничего, сейчас будет да побольше. Все, вот это. Ай! Что случилось? Где было? Ты это сделал? Что? Машина да, взорвалась. Да. Нет, улетела куда-то в космос. Понятно. Может? Можешь заново? Ладно, не надо заново. Блин, я улетел в космос, знаешь? Я не знаю почему. Так, сейчас у нас. Сейчас будем вот этой военной машине ехать по минам. Ого! Нормально так крашнули машину. Так, сейчас еще сверху динамитку надо. Так, так, так. Ну чё, взрываем машину. Окажись, меня взорвали только, а не машину. Я вместе с колесом и кресом улетел. Нет, такие эксперименты очень опасные. Лично для моей жизни. Потому что... Блин, ты что-то уже взорвал, да? Я поехал и думал, они не сами взрываются. Они что-то сами взорвались. А, ясно. Тебе было интересно повзрывать машины. Опа! Опа! Нормально так. И улетел. Блин, это плохо. Мне нужно выбираться и жить. О, тут яичная пушка. Ну ладно, не смог взять. Они какой-то заговор против нас организовывают. Ничего, я сейчас возвращаюсь. Так, вот я тут сделал поле из динамита. И давай дальше взрывать технику. Можно танчик вот этот? Французский. Где вход? Где-то опять спереди. Ладно, нашел я уже. Вот такой французский танк. Я его сейчас тоже буду взрывать. Бам, бам, бам. Ой-ой-ой, у меня уже переда не осталось. Ну ничего. Ну, круто было. А нет, что-то танку вообще не больно как-то, если честно. Живой достаточно. Что-то невидимое стоит.